Атакурто мошимас. Атакур. Хат орика студенттер үчүн шарттар, жатакана шарттары жакшы эле? Бардык шарттар түзүлгөн. Чоомада эки тайбыз. Абзал кылып жасап келебиз. Алдан эң жакшы окуган студенттер үчүн өзүбүздүн премияларыбыз бар. Ассалому алейкум, амансыздарбы? Урматтуу Тескавар каналынын көрүүчүлөрү, кадырман жаштар, мектеп бүтүрүүчүлөрү, абитуриенттер. Бүгүн Бишкек шаарында жаштар келечеги үчүн, билим келечеги үчүн абдан жакшы иш-чара болуп жатат. Өнүккөн Япония өлкөсүнөн Хоккайдо шаарынын мэри жана Иватани окуу жайынын жетекчилиги келип, мектеп бүтүрүүчүлөрү тагыраак абитуриенттер менен жолугушу уюштуруп жатат. Бул иш-чара Бишкектеги инновациялык борбордо өтүүдө. Биз буга чейин Японияга барып кантип окуп келсе болот, Иватани окуу жайына кантип өтсө болот, мына ушул тууралуу маалымат берген элек. Бишкектеги агротехникалык коллеж менен биз айтып жаткан Иватани окуу жайынын ортосунда атайын келишим түзүлүп, жаштар үчүн 5 жылдык окуу уюштурулуп жатат. Эми буга кабыл алуу болот жакынкы убактарда. Андыктан бул иш-чараны бүгүн сиздерге көрсөтүп берели. Иватани окуу жайынын жетекчиси жана Хоккайдо шаарынын мэри жана делегация мүчөлөрү буюрса, Япония, ал жактагы шаарлар, окуу шарттары, аталган окуу жай тууралуу кенен маалымат бермекчи. Биздин абитуриенттер менен суроо жооп болмокчу. Аягына чейин көрүңүздөр. Эгер Японияга окууну барып окуп келүүнү кааласаңыз, ушул чыгарылыш сиз үчүн эң сонун жемиштүү болот. Көңүл буруңуздар. Таниш канима кубанч там. Менин атым Нишимура. Еще раз хотелось бы выразить огромную благодарность за то, что вы нашли время сегодня прийти на наш семинар и послушать. Мы сегодня решили провести первый семинар в Кыргызстане для желающих приехать в город Накашибетсу, который находится на острове Хоккайдо, с тем, чтобы учиться японскому языку в образовательной корпорации. В аграрном колледже. И вот эта беседа, первый визит, он послужил толчком, он дал нам импульс следующим нашим поступательным отношениям, и мы решили на этой основе сегодня провести семинар ознакомительный. Ну, если говорить про сам город Накашибетсу, он, у нас есть общие схожести с вашим городом Бишкек. Дело в том, что у нас ключевая отрасль экономики – это молочное производство. Вот, мы делаем большой упор на молочное производство, и наш город такой же красивый и зеленый, как Бишкек. Очень много схожестей. Я не хотел бы перечислять. Единственный живой пример – это я сам. Я сам похож на кыргыза. И я слышал, что в Кыргызстане тоже очень много есть людей, которые похожи, в свою очередь, на нас. В апреле 2021 года в городе Накашибетсу была основана языковая школа образовательной корпорации Иватани Гакуэн. В школе сейчас 7カ国66人の留学生がいますが、今年からキルギスの留学生も3人留学し、楽しく日本語や日本の文化を勉強しています。На данный момент в этой школе обучается 66 студентов из 7 стран. И тоже вот приятная новость. В этом году, в апреле месяце, в нашу школу, в Иватани Гакуэн, с Кыргызстана приехали 3 студента. Они сейчас как раз в эйфории, можно сказать, да, наслаждаются японской жизнью. Вообще у них вот сейчас, получается, они окунулись в изучение японского языка, в мир изучения японского языка. 今日は岩谷学園の職員も参加をしておりますので、後ほど学校の紹介や留学生の声などをお聞きください。 Сегодня как раз на нашем семинаре присутствует представитель, сам директор этой образовательной корпорации Иватани Гакуэн. И я думаю, что он подробно расскажет про преимущества их школы. 中洲別所では現在約230人の外国人の方が住んでいて、町に移住してお店を開いている方や
В настоящее время в городе Накачебетсу проживает около 230 иностранцев. Они в свое время обучались в данной языковой школе. После окончания этой школы они смогли применить свои знания японского языка. Кто-то из них открыл магазин, кто-то уже работает на фермах или же в строительном бизнесе задействован. Как раз таки в ваших раздаточных материалах есть информация про финансовую поддержку иностранных студентов. То есть я хотел бы заверить, что уже разработан механизм оказания финансовой помощи приезжающим иностранным студентам, поэтому если среди вас есть уже желающие приехать, вы можете со спокойной душой туда приехать, ни о чем не беспокоиться. В заключение своим вступительным словом и посредством сегодняшнего семинара нам бы хотелось передать все положительные стороны города Накачебетсу. И я надеюсь, что вам понравится сегодняшний семинар, и вы примете для себя достойное решение. Чон Рахмат. 2025年で創立80周年を迎えます。かなり古い歴史のある学校です。Прежде всего, позвольте рассказать про хронологию нашей деятельности, как вообще создавалась наша образовательная корпорация. Вот. Иватани Гакуэн, он изначально был основан в 1945 году в городе Кавасаки. Этот город находится неподалеку от города Токио, от столицы Японии. Вот. И за это время он прошел такой вот большой путь, где вот здесь вот написано, да, в каких направлениях мы работали. И в следующем году, в 2025 году, мы будем отмечать юбилей нашей корпорации. 80 лет исполнится. 具体的には, 美容とか, それから, 保育, これが美容ですね, エスティシャンとか, スタイリスト, そういう学校と, それから, これは IT ビジネスの学校で、専門学校で IT ビジネスを学ぶ学校があります。Вот непосредственно какие курсы у нас существуют, да, которые уже были показаны, курсы маникюра, косметология, и также мы концентрируем последнее время свое внимание на курсе информационных технологий. それから幼稚園、幼児教育も幼稚園の教育に力を入れて独特な教育をしております。Также мы делаем большой упор на дошкольное образование. Дело в том, что при нашей корпорации существует собственный детский сад. それで、この2021年4月、先ほど町長から話ありましたけど、4月に日本語学校を開校して、今年2024年の4月に東北海道 IT 専門学校を開校しました。Как уже ранее в своем выступлении отметил господин мэр, в 2021 году в апреле мы открыли школу японского языка Иватани Гакуэн. А уже в этом году, через 3 года, в апреле месяце, мы открыли Иватани Гакуэн, профессиональное училище по IT, информационным технологиям. 2020年、今年の4月に入学した学生は35名です。今年の入学式はですね、多くの、まあ、ほとんどの学生が参加できた。コロナの時はなかなか入国ができなかったんですけど、もう今年あたりからは全員、まあ、入れると。大きな、にぎやかな入学式でした。В этом году, в апреле месяце, мы провели первую церемонию поступления в нашу школу японского языка иностранных студентов. Дело в том, что в этом году впервые поступили 35 человек. После
пандемии COVID-19 это для нас большая редкость, потому что в то время, вы знаете, очень было мало заявок и поступивших студентов. Это хидарино штанохоняр шашиндесга, ньюгаксе дайхиону котобао киригискарано льюгаксега шимашта. Тайхэ нихонгога умакаттаноде, 参加した来賓の方、警察の署長さんとか議会の議長さんが大変驚いて素晴らしいというお褒めの言葉をいただきました。 Как раз таки во время церемонии поступления студентов в нашу школу от имени всех студентов со вступительным словом выступил именно представитель Кыргызстана. Это один из трех, которые вот сделали послание вам, да? Он выступил на японском языке, во-первых. У него был такой классный японский язык, что все были ошеломлены. На данном мероприятии также присутствовали глава городского кенеша города Накашибетсу и начальник ГУВД нашего города. Они тоже высоко оценили его знание, уровень японского языка. 次に, 普段の授業の様子です. А здесь вот вы видите обычно вот как проходит самообучение в аудиториях, да? グループに分かれて自分の国の様子をプレゼンしたり、中標津町の町の様子を調べて紹介するなど生きた日本語を中心に勉強しています。 Студенты разделились на несколько групп и, естественно, на японском языке рассказывают, делают представление о своей стране. Каждый рассказывает про свою страну, а потом уже посредством увиденного они рассказывают про то, что понравилось в нашем городе Накашибетсу. То есть, что я хочу сказать, посредством таких вот способов обучения они углубляют уровень знания японского языка. 今年の年の初めにはですね、 日本の伝統的なお正月の遊びカルタというものがあります。それを勉強しました。 Дело в том, что в Японии есть новогодняя игра, карута называется. По-нашему, наверное, карта будет звучать, да? Карута. И студенты, у них была возможность тоже сыграть в эти игры перед Новым годом. こういうふうに日本の言葉だけではなくて、日本の文化事業、文化を学ぶ授業を多く取り入れています。 То есть во время наших уроков мы обучаем не только японскому языку, но также предоставляем возможность узнать про традиции, обычаи Японии. 例えばこれが日本文化事業の一つで、北海道の知床に から伝わる代表的な知床太鼓という体験です。 Вот один из таких, так скажем, да, вот культурных мероприятий – это игра на японском барабане Ширетоко Дайко, который является своего рода, ну, представляет сам северный регион Японии, Хоккайдо. プロの方から演奏を教わったり、自分で叩いたりして大変喜んでいました。 Как раз таки вот на данном снимке студенты, местные профессионалы, мастера, и обучают иностранных студентов, как правильно держать палку, с каким размахом нужно подходить, да, с какой скоростью. То есть все вот эти тонкие детали они изучают. これがご縁でですね、中標津神社祭りという日本伝統的な 行事にも参加することができました。 Ну и помимо этого, можно сказать, студенты принимают участие в таких, можно сказать, в религиозных обрядах. Сейчас как раз вот представлен храмовый фестиваль. このように外国人が太鼓を叩いたり、神輿を担ぐというのは、ここの歴史上初めて岩谷の学園の生徒がやりました。 Я хочу отметить то, что в данном храмовом фестивале иностранные студенты впервые принимает участие. Можно сказать, мы пионеры в этой области. さらにはですね、近くの高校も訪問して、高校生との交流授業も行っています。 Также у иностранных студентов нашей школы есть возможность посетить близлежащие другие
образовательные учреждения, с тем, чтобы обменяться опытом, рассказать, вот, узнать по преимущества, например. Данный снимок показывает учреждение по направлению сельского хозяйства. То есть иностранные студенты с двух разных образовательных учреждений обучаются сельскому хозяйству вместе. Также у студентов есть возможность участвовать в практических занятиях именно на базе молочного производства. То есть студенты на практике, они тоже принимают участие в приготовлении мороженого, колбасных изделий, и в конце уже сами наслаждаются тем, что они сами приготовили. Кроме этого, наши студенты принимают участие в мероприятиях, которые организовывает JICA. То есть подобные мероприятия, которые организовываются со стороны JICA, они вовлекают и простых, обычных граждан нашего города. Граждане нашего города тоже имеют возможность окунуться в культуру иностранных студентов их стран. И иностранные студенты тем самым могут приобщиться к японской культуре, традициям. То есть, можно сказать, созданы все необходимые условия для полностью погружения именно вот этот в японский мир, так скажем. Саранива, 先ほども北海道には素晴らしい自然がありますので、校外学習で北海道の大自然を楽しむ活動も行っています。 Также у нас есть учебные экскурсии. Мы своих студентов приглашаем на загородные экскурсии, где каждый студент может прикоснуться к японской природе. Вот здесь как раз вы видите посещение музея. Они видят диких японских оленей и так далее. 満開の芝桜を見たり、流氷を自分の手で触ったり、野生のエゾシカを見たり、美しい湖を見に行きます。 То есть во время посещения музея они могут воочию посмотреть, потрогать сам айсберг, насладиться природой, озером и так далее. 年に2回、春と秋にスクールバスを使っていきます。 Для выезда на загородные экскурсии мы два раза в год используем наш школьный автобус. 次に、これ校舎の様子です。 Это вот сама школа. 学生寮から学校まで少し距離がありますか? 通学バスに乗っていきます。大体片道30分ぐらいです。 Общежитие, где проживают иностранные студенты, и сама школа, они расположены в разных частях города. Примерно 30 минут езды на школьном автобусе. Мы предоставляем специально наш автобус для них. それから町での生活では自転車を2年間無料で学生に貸し出しています。 Также наша школа бесплатно на время обучения, то есть 2 года на время обучения, предоставляет специальные велосипеды для иностранных студентов. Также иностранные студенты имеют возможность проводить свободное время
значит, общаться с местным населением, то есть общение с местным населением, это можно сказать, то, что они получают теорию в школьных аудиториях, они уже на практике могут вживую применить японский язык. 日本文化や日本食も堪能しますし、また町の人たちがアルバイトを全員に一人一人に紹介してくれます。 Местное население тоже как бы не стоит в стороне, они тоже принимают активное участие с тем, чтобы пребывание иностранных студентов было максимально комфортно. Они предоставляют информацию о вакансиях, которые существуют в крупных торговых центрах, с тем, чтобы иностранный студент мог заняться подработкой. このように学んだ学生が口々に言うのは、家族のように大切に思ってくれる優しい人に出会うことができて、本当のこの町が大好きで、また来たいというコメントも頂いています。 То есть здесь созданы все необходимые условия, чтобы иностранный резидент чувствовал себя в кругу семьи среди местного населения. И после того, как после истечения 2 лет, многие студенты они уезжают в свои страны. И многие из них пишут очень хорошие отзывы о приятных воспоминаниях, то, что они хотели бы обратно приехать с семьей, если это получится. То есть у них очень такие теплые воспоминания о нашем городе. 次に今年開校した東北海道IT専門学校です。これは町の中心部に校舎を建設して1階建てて大変おしゃれな作りになっています。 А здесь вот открытие профессиональное училище по информационным технологиям. Как вы видите, оно сделано в современном виде здание, очень просторное и прозрачное, самое главное. 全教室廊下がですね、床暖房で暖かくて、冬の雪の降る日でも大変暖かい環境です。そして近くには幼稚園、小学校、中学校がありますので、交流活動も盛んです。 Очень удобное расположение профессиональное IT-училище. Здесь зима, как я уже сказал, бывает суровая порой. Поэтому здесь у нас во всех аудиториях напольное отопление. На территории этого училища существует детский сад, школа. То есть очень удобно, все в шаговой доступности. И все студенты могут общаться между собой. 学校の学科はですね、地域未来情報テクノロジーという学科で2つのコースがあります。 В данном профессиональном училище у нас есть 2 курса основных. Это IT-курс по сельскохозяйственному молочному делу и курс информационной технологии промышленности туризм. その中に町の主要産業である 農業酪農IT コースと、それから商工業観光IT コース2つあります。 То есть эти 2 основных курса, они как раз составляют основную ключевую отрасль промышленности нашего города. 共通科目はプログラミングやAI、ドローン、それからビジネス経営など。 この地域の産業に特化したコースになっています。 Ну, здесь подробно уже по каким направлениям, да, специальностям. Это основы программирования, дизайн, обучение дроном и так далее. 日本でも IT技術の進歩は大変目覚ましいものがありますので、実際の社会で活躍できる IT技術をしっかり学んで活躍できる人材を育成します。 То есть наша школа, она специально ориентирована на то, чтобы подготовить в перспективе, значит, квалифицированных кадров, которые будут необходимы, то есть которые востребованы вообще вот в японском обществе. 例えば、農業酪農ITコースでは、先進事例を学び、実際の IT化された
農場、これは実際にロボットが搾乳をする農場ですが、そういったところで実習をします。То есть здесь все как бы учеба и практика выстроена по последнему слову технологии, так скажем, да? Вот вы на снимке видите, как человеческий фактор заменяет роторные доильные роботы. То есть все это автоматизировано, оцифровано и сделано по последним передовым технологиям. この写真はアジアで最初に導入されたロボットによる搾乳で、牛が自分で勝手に入ってきて自動的に搾乳されて出ていくという、そういう人が誰もいないと。Вот эти роторные доильные аппараты, да, роботы, они впервые по всей Азии внедрены именно в Японии, именно в нашем городе, на базе фермерского хозяйства. В чем уникальность, преимущество? Здесь человеческий фактор практически отсутствует. Все автоматизировано. Коровы, если есть потребность, необходимость, чтобы выдоили ее молоко, она сама заходит на специальный участок. И робот-доильный аппарат он сам доит. То есть корову загонять там хамчами нуру горячок, да? 次に商工業観光もいろんなデジタルの IT 技術を学びます。Ну и конечно же в нашем училище мы значит преподаем азы информационных технологий. 特にビジネスとか観光開発など幅広い知識と技術を持った専門人材。Но XEO мы защитим. Ну, в основном это подготовка профессиональных квалифицированных кадров, которые обладают широким спектром знаний и навыками в области развития бизнеса и туризма. Наше профессиональное училище, оно имеет договора с местными предприятиями, фермерскими хозяйствами, с компаниями, где по договору наши студенты проходят практику. 次に皆さんが関心のある、なんか先ほど町長からありましたけれども、奨学金の話です。Ну и здесь основной важный момент, это об этом уже выше упомянул глава муниципалитета про стипендии. Киргизсом で表示してますので、月に31,603 キルギスソムですね、月。それから、入学金で57,460 ソム。Стипендия указана в пересчете на кыргызские суммы по курсу. Ежемесячная стипендия составляет 31,603 сома. И плюс еще 57,460 сом, это значит, оплачивается один раз при поступлении. Соре ни арбайто о ште дайтай и хитори 9,000円 ぐらい, 日本円 で稼ぎますので、この奨学金とアルバイトで全ての生活費が賄われます。И помимо стипендии еще существует подработка. Примерно это получается 90 тысяч японских иен, и как это ですね? 90 тысяч японских иен в месяц. В пересчете на сумму где-то 50 тысяч сумма где-то, 45-50 тысяч. このように中標津町で活躍する人材を私たちは町と一緒になって育成していきます。То есть вот созданы все необходимые условия, финансовая сторона тоже предусмотрена. Человек просто должен приехать, студент, наслаждаться жизнью и обучаться. А мы, в свою очередь, создавали, будем создавать условия. 日本にある中日キルギス共和国
の特命全権大使エルキンベク・オセフ閣下にもお会いして、閣下も岩谷学園と中標津町は応援しているというお話をいただいています。У нас была возможность встретиться с чрезвычайным полномочным послом Кыргызстана и Японии, Тосоев Эркин, это посередине, это наш посол в Японии. Он очень заинтересовался нашим городом и сказал, что в перспективе хотел бы более развивать отношения именно с городом Накашибетсу и непосредственно с образовательной корпорацией Ватани Гакуэн. Чон Рахмат. Аратаймаште, Накашибетсу Чоучо, Нишимура дес. Разрешите еще раз представиться. Меня зовут Нишимура, я глава муниципалитета города Накашибетсу. Отекшикарова, Накашибетсу-чоно шоукай о шимасу ноде, мачи но имейджи о канжите итадакереба то мойимасу. Ну, я хотел бы, в свою очередь, более подробно рассказать про достопримечательности нашего города, с тем, чтобы вы более углубленно могли иметь представление о нашем прекрасном городе. У вас есть раздаточные материалы, можете порой смотреть. В раздаточных материалах есть очень важная вещь, съедобная. Это японские сладости. Ёукан называется. Вы нашли, да? Мамеде цукуримас. Он сделан из бобовой культуры. Это, можно сказать, когда человек расслабился, смотрит фильм, например, в данном случае вы слушаете семинар, очень удобно его как бы закусывать, и слушать теорию и пробовать на практике, о чем говорят, так скажем. それではスライドに入りますが、この風景は中標津町の観光スポット海洋台というところです。Ну, теперь непосредственно о самом семинаре. Первый слайд это вот смотровая площадка Кайодай, где можно увидеть землю в круглой форме. 地平線が見え、地球が丸く見える感じがします。たくさんの旅行者が訪れます。Это самое излюбленное место. Каждый турист, который приезжает в наш город, он обязательно посещает эту смотровую площадку и видит землю, какая она круглая. Вот все вот эти прекрасные моменты можно видеть. Ну, непосредственно, да, вот где расположен сам город Накашибетсу? Накашибетсу-чо ва Нихон но кита ни ару Хоккайдо но Охотску кай о ме но май ни суру тобу чиики ни ичи шите имасу. Город Накашибетсу расположен в восточной части острова Хоккайдо. Это вот Хоккайдо, вы знаете, это север Японии. И наш город, он непосредственно граничит с Охотским морем. Минасан га суму коно Бишкеку то хотондо каваранай хокуи 43 до ни аримасу. Город Накашибетсу практически находится на одной широте с городом Бишкеком. 43-я, значит, северная широта. Ненкан кион но муки ва Бишкеку то ните имасу ноде, фуи ва Накашибетсу но хоу га скоси самуку, нацу ва Бишкеку йори гяку ни сузушку, кайтеки ни сугосу кото га декимасу. Примерно годовая температура, средняя температура в году такая же, как в Бишкеке. Очень много похожих моментов. Единственное, зима порой у нас бывает суровая в городе Накашибетсу, а летом, наоборот, немного прохладнее, чем в Бишкеке. Поэтому там очень удобно проводить время на открытом, на свежем воздухе летом. Накашибетсу の方が東にありますので、時差は3時間。Накашибетсу が早く進みます。Часовая разница с Бишкеком, вообще с Кыргызстаном, 3 часа. Наш город находится впереди на 3 часа, чем Бишкек. Ну, теперь хотелось бы рассказать о социальной инфраструктуре нашего города.
Естественно, там есть аэропорт. В наш аэропорт прилетает ежедневно один рейс из Токийского международного аэропорта, из столицы Японии. 北海道の中心の札幌からは5便があり、中標津町は飛行機によって日本国内や世界とつながっています。 А также у нас есть три рейса с нашего аэропорта. Можно выехать в аэропорт Шинчитоса. Это центральный аэропорт на северной части Японии, на острове Хоккайдо, который уже связывает со всем остальным миром. То есть хороший транспортный узел. 今回私たちはキルギスに2日かけてきました。 Дело в том, что в Кыргызстан мы приехали, добираясь двое суток. インチョン空港から韓国のインチョン空港から、カザフスタンのアルマト国際空港へ来て、それからこちらの空港に来る予定でしたが、残念ながら飛行機に乗れず、最後はバスでキルギスに来ました。少し疲れました。 Изначально мы выехали воздушным транспортом, вылетели из Японии, прилетели в сеульский аэропорт Инчхон, вот, но и потом оттуда выехали, переночевали, получается, и вылетели из Сеула в Алмату. Прилетели в Алмату, но по определенным причинам мы не смогли попасть на рейс Алмата-Бишкек, поэтому нам пришлось добираться с Алматы до Бишкека наземным транспортом. 直行便が就航すると便利に移動できるのになと、いいなと思いました。 Ну что я хотел бы сказать, если бы был прямой рейс сразу в Бишкек, это намного как бы сократило время и у нас было бы больше возможности здесь остановиться. そのためにはたくさんの交流があると直行便の就航を期待する人が多くなり、就航する可能性が大きくなります。 А для того, чтобы было больше возможности открыть прямой рейс, как раз таки наша деятельность, она может этому поспособствовать. Ну, необходим международный взаимообмен между нашими странами. То есть должен быть повод для полета, скажем, с Кыргызстана в Японию или же наоборот, да? Слайду хотите прочитать. Киргизстане農業や畜産が盛んに行われていると。 聞きましたが、中標津町の最も大きな産業は酪農です。 Еще одна схожесть с Кыргызстаном. В нашем городе Накашибецу ключевой отраслью является молочное производство. 中標津町は人口2万3000人ですが、牛の頭数は3万6000頭います。まさに人より牛の多い町です。 На население 23 тысячи человек, это население нашего города, приходится 36 тысяч голов коров. То есть получается крупного рогатого скота больше, чем людей, больше, чем население. Объем производства и качество самого молока находится на самом высоком уровне по всей Японии. 人口が少し減っていますが、 乳搾りを機械が行う搾乳ロボットなどが導入されて酪農のICT化が進んでいます。 У нас существует социальная проблема, это уменьшение роста населения. Поэтому в связи с этим у нас развивается технология, цифровизация, и все больше фермерских хозяйств начинает внедрять доильных роботы. То есть робот заменяет человеческий фактор. 中標津町は空港を有することもあり、東部地域の人や物の交流拠点となり、商工業もとても盛んです。 Наличие аэропорта в городе Накашибецу очень хорошо способствует товарообороту и процветанию торговой промышленности между городами внутри Японии. 北海道には144の町と村がありますが、 2023年の中標津町の小売業、卸売業の年間販売額はその中で第1位です。 Годовой объем оптовых продаж среди 144 городов, сел, префектур на острове Хоккайдо
В 2023 году наш город занял первое место. Наличие больших торговых центров способствует также удобным покупкам и комфортной жизни. Естественно, есть супермаркеты, в наличии которых есть большое количество товаров народного потребления халал. В нашем городе Накашибетсу также есть много горячих источников. また、美しい景色の中で楽しむサイクリングや乗馬、冬にはスノーモービルに引っ張られて雪の上を滑走するスノーラフティングなどを楽しむことができます。Также в нашем городе можно насладиться катанием на лошадях, а зимой можно наслаждаться снежным рафтингом. 8月には6000個の提灯を飾る中標津夏祭り、冬には失礼、9月には中標津町名産のジャガイモを使ったジャガイモ伯爵祭りがあります。Зимой мы занимаем наших граждан зимним видом спортивного отдыха на свежем воздухе. Это снежный рафтинг, как я уже сказал. Также у нас существует огромное количество фестивалей, праздников, мероприятий, которые приурочены к определенному сезону. Например, в сентябре месяце у нас есть фестиваль сбора урожая, осенний фестиваль, как у нас, да? Люди наслаждаются на фермах, помогают и сами на практике участвуют в сборе урожая картофеля. 2月には雪でできた大きな滑り台や氷の彫刻を飾る中標津冬祭りなど、外国の皆さんも参加できる楽しいイベントがあります。Также в феврале месяце, дело в том, что в нашем городе на самой высокой точке расположен трамплин. И в феврале месяце мы собираем практически все население города, и каждый человек, который позволяет физически, да, он может прокатнуться на данном трамплине, как бы почувствовать адреналин, так скажем, да? 右下の写真は外国人留学生の皆さんがお祭りのパレードで子供たちと一緒に太鼓を叩く様子です。Вот как раз один из фотоснимков справа нижний, вот где японские барабаны. Иностранные студенты, которые прибывают в нашем городе, у них есть уникальная возможность принять участие в данном фестивале. Здесь они пробуют, учатся азам использования японских барабанов, как держать барабан, вот в какой стойке, позе, да, вот. また中標津町から半径100キロ圏内には北海道観光で有名な観光地がたくさんあります。Буквально в 100 километрах от нашего города находится очень много достопримечательностей, среди них объекты всемирного наследия. 世界自然遺産の知床半島やオホーツク海に来るクジラやシャチ、オオワシを船の上から見ることができるホエールウォッチング、バードウォッチングなど景色や動植物を楽しむことができます。Среди них это вот национальный парк всемирного наследия Сиротока. Здесь можно увидеть круизы вокруг Охотского моря. Также любители могут насладиться наблюдением за китами, за различными видами птиц. И также очень много туристических мест, которые в свою очередь прославляют этот остров, замечательный остров Хоккайдо. 中標津町を中心に北海道の観光をとても多く楽しむことができます。То есть наш город Накашибетсу, он является флагманом, скажем, туризма, флагманом вообще вот входные ворота в северный регион Хоккайдо. 次に皆さんの好きなグルメです。Ну и следующий это вот очень приятный момент, это вот для гурмана больше всего, да? 中標津町の牛乳や乳製品で作るお菓子や料理は新鮮で品質も最高です。ソフトクリームやジェラート、チーズは日本国内でもとても有名です。В нашем городе Накашибетсу производят самое вкусное мороженое из свежего качественного молока. Также есть самый вкусный, мы производим самый вкусный сыр
под брендом города Накашибетсу. Накашибетсу では周辺の海や山の新鮮な食材がたくさん手に入ります. Так как мы граничим с Охотским морем и близлежащими заливами, у нас очень большое количество морепродуктов. Мы можем предложить изысканную кухню для всех гурманов, начиная от суши, мясные деликатесы. Но, конечно, на этом все не заканчивается. Мы представляем еще, предоставляем возможность попробовать кухню европейских стран. Французская кухня, итальянская кухня. Можно насладиться китайской кухней.中標津町には、この後紹介する岩谷学園の日本語学校や専門学校のほか各種教育機関、総合病院である町立病院や各種クリニック、音楽イベントを開催するホールのある中標津総合文化会館や大型の体育館、また大型の公園などがあります。 Также останавливаясь на благах, на социальной инфраструктуре нашего города, хотелось бы сказать то, что у нас есть большая городская клиническая больница, у нас есть другие места достопримечательности, вот театры, так скажем, места для проведения досуга. И, конечно же, основной момент вот, касательно сегодняшней тематики, это вот, у нас есть образовательная корпорация, где можно школа японского языка. 先ほども説明しましたが、大型ショッピングモールやスーパーマーケット、銀行などの機関も複数あります。外国人留学生の皆さんは飲食店を中心にアルバイトをしながら勉学に励んでいます。 Ну, еще раз хотелось бы повторить то, что у нас есть очень большое количество как крупных, так и средних торговых центров, центры отдыха, где можно сделать хорошие, приятные покупки. И те иностранные студенты, которые обучаются и проживают в нашем городе, у них есть возможность после учебы подрабатывать в данных заведениях. 中標津町では今年岩谷学園に入学した学生を含めると240名の方が住んでいますが、人口の 1% が外国人になりました。 На сегодняшний день уже около 240 человек обучается в образовательной корпорации Иватани Гакуэн. Это примерно, знаете, это 1% от населения нашего города. 国籍としてはベトナム人が一番多いのですが、続いてミャンマー、インドネシア、スリランカ、モンゴルとなります。 Если смотреть в разрезе стран, то получается в основном это представители Вьетнама 43 человека, Филиппины 24, Мьянма 22, Индонезия 21, Шри-Ланка и дальше вот Монголия, Корея, Китай, да, Непал. 今年の4月、岩谷学園の日本語学校にキルギスの方が3人入学しました。 И как я уже сказал, в апреле текущего года прибыли на обучение 3 человека, 3 студента с Кыргызстана. 学校から皆さんが楽しく勉学に励んでいると聞いております。 Я слышал, что они наслаждаются повседневной жизнью нашего города и очень упорно изучают язык. 日本では様々な技能を学ぶために来た方、実習生が59人ほどおります。 また、留学生が今日のセミナー時点では66人。 専門的な技術を生かし、町内で働き手として活躍している特定技能の方が36人、永住者が19人となります。 И среди этих иностранных студентов мы можем еще рассказать в разрезе их специализации, квалификации, да? Вот 59 человек это технические стажеры, то есть это люди, которые уже имеют основную образование по технической части, да? Обычные студенты, которые изучают язык, это 39 человек, вот, и 36 человек
На постоянное место жительства приехали 19 человек. То есть я хотел сказать, что в наш город Накашибетсу приезжают иностранные граждане с различной целью. Кто-то на постоянное место жительства, кто-то приобрести опыт, а кто-то пополнить багаж знаний. Ну и в конце хотелось бы рассказать о важном моменте. В ваших раздаточных материалах эта информация есть на последней странице. Это маленькая брошюра, которая ознакомливает студентов о фонде поддержки обучения иностранных студентов города Накашибетсу. Здесь основной момент о стипендии, который всех интересует. Да? Вот здесь написано 660 тысяч японских йен плюс при поступлении оплачивается еще 100 тысяч японских йен. Это при поступлении. Вот. И помимо этого существует ежемесячная выплата 55 тысяч японских йен. 留学生の皆さんは離れた国で知らない土地に行くことに不安を感じると思います。その不安を少しでも解消し安心して勉強できるよう中標津町に皆さんの生活や学習活動を応援させてほしいと思っています。 То есть я хотел бы заверить то, что когда иностранный студент приедет в наш город, его в первую очередь не должны волновать финансовая сторона. Как я уже, мы здесь вот рассказали, существует специальная стипендия, она уже гарантированная для тех, кто поступил и приехал в наш город. То есть у вас должна быть только одна цель, это учиться. また中標津町では皆さんの不安を解消し、外国の皆さんと町民がお互いを理解し、仲良く暮らしていけるよう、交流イベントを開催するなど、 В данном мероприятии участвует не только муниципалитет, скажем, да, не только власть имущие города, но и само простое население. Население тоже принимает участие в комфортном пребывании иностранных студентов. Они организуют различные мероприятия, куда приглашают иностранных студентов, приобщают их к японской культуре, обучают традициям Японии. И в то же время они учатся у них, потому что иностранный студент, он также представляет и свою страну. Вот как раз один из фотоснимков, который рассказывает о значит, приобщении к культуре, японской культуре иностранцами. また皆さんの国の料理文化を町民に教えてもらう料理教室など様々な交流イベントを開催しました。 Вот сверху, слева верхний снимок, он рассказывает о том, как иностранные студенты учатся играть на японских барабанах. Дальше идет японская каллиграфия, как правильно писать японские иероглифы. Также снимок, где каждый иностранный студент делает своего рода гастрономический экскурс своей страны, то есть рассказывает про кухню своей страны. То есть мы делаем все возможное для поддержки большого количества иностранцев, чтобы они могли со спокойной душой приезжать в наш город и воплощать в жизнь свои мечты о будущем. Мы рады, мы всегда будем рады приветствовать вас в нашем замечательном городе. Большое спасибо за внимание.